Мэр города Тарма-Тамисты, одновременно являющийся и членом Совета Целевого фонда Александровской церкви в Нарве, подозревает соратников по фонду в незаконной деятельности. Свои заявления Тамисты описал в заявлении в полицию. Как он сообщил одной из газет, он хотел бы, чтобы было возбуждено уголовное дело для выяснения фактов нечестного использования денег одним из членов правления и одним из членов фонда. Я не назову вам ни одного имени, потому что, поскольку этот процесс в таком, ну, я даже не могу сказать, в таком-то странном состоянии, да, поскольку мною был получен ответ из полиции, что в связи с тем, что отсутствует состав преступления, значит, уголовное дело не возбуждается. Естественно, я не собираюсь успокоиться и снова подам заявление, просто тогда, значит, посоветуюсь с юристами, чтобы, не знаю, там, может, более тонко, там, может, используя юридические термины, четче там объяснить, в чем проблема. Значит, это возникло вопрос в том, что в ходе проверки выяснились, скажем, нарушения пользования средствами банковскими некоторыми лицами, входящими в совет и также правление целевого учреждения Нарва Александр Кирик. Вот. И на прошлой неделе, 15 числа, у нас было, мною было созван внеочередное собрание совета, где, ну, главный пункт повестки дня была вот эта ситуация. И мнение всех членов совета было, что надо, чтобы возбудили уголовное дело, потому что нарушение, скажем, ну, мягко выражаясь, не скромные. Вот. Но точнее я просто говорить не буду, потому что потом могут сказать, что это не надо было говорить, там, что там навредил кому-то, что-то там лишнее сказал. Поэтому, когда будет что-то уже четче, обязательно об этом узнаете. Но просто мне сейчас самое интересное, что ответят на второе заявление, которое я вот на днях тоже буду подавать.